Крымской столице чествовали тех, кто непосредственно следил за безопасностью граждан во время событий Крымской весны. На главной площади города бойцов народного ополчения наградили медалями и благодарственными грамотами. Мероприятие приурочили к празднованию Дня России. Сегодня в состав общественной организации входит более 500 человек. Основными задачами является содействие органам внутренних дел, обеспечение общественного порядка на территории города. Штабом народного ополчения также был отмечен и глава администрации города Симферополь Геннадий Бахарев. Ему вручили отличительный знак народного ополчения «Серебряный крест». Не только в период Крымской весны, я скажу, что народное ополчение сейчас, но мне лично, как главе администрации, оказывает достаточно действенное и масштабное содействие, когда никто не мог навести порядок в центре города, где там гоняли на машинах, мотоциклах, там, проездная часть, которая была по сути пешеходные со знаками, никто не реагировал. Ровно за неделю мы там с ополчением навели порядок. Это неотъемлемая часть Крымской весны, потому что благодаря ополчению, что люди сплотились и встали на защиту нашего полуострова и России, нашей матушки, эти люди по сей день стоят в строю, теперь уже в государственном казенном учреждении, полк народного ополчения Республики Крым, и выполняют задачи, которые ставятся главой республики.